В Комсомольском парке отремонтировали площадку для игры в бадминтон. С просьбой привести в порядок территорию в администрацию города обратилась Федерация бадминтона республики. Этой площадке больше 50 лет, и ежедневно там собираются люди разного возраста. Территория открыта для всех желающих с 6 утра. Последние годы зона отдыха была в плачевном состоянии. А теперь на обновленной площадке будет еще приятнее проводить время и заниматься спортом. Слой был снят. Старый слой, да, был завезен песок, сюда был завезен гравий. Это очень трудоемкая работа, она требовала и материальных вложений, и физических вложений, поэтому мы совершенно были удивлены, что на нашу просьбу так быстро отреагировали и мэрия города нашего, спасибо Мельзихову Вячеславу.